Песни и по жизни, и после школы, и во время уроков, и, конечно, дома. Шоу-группа «Мечта» – еще совсем молодой коллектив. Но за свою 4-летнюю историю собрал уже целую витрину кубков и наград. Последние с международного конкурса в Санкт-Петербурге. Ростовские звездочки обошли более 30 коллективов из разных стран. Эмоции были, конечно, просто супер. Я не ожидала, что у меня будет лауреат первой степени, но я надеялась, я ждала этого. В соседнем зале старшие коллеги мечты – ансамбль «Нота Бене». Для кого музыка – это хобби. Предприниматели, парикмахер, студентка и клерк – все сошлись в одном. Ноты любят всей душой. И после основной работы включают фантазию и придумывают новое прочтение известных произведений. За свое сложное и многогранное звучание тоже получили первое место. Бояться не надо, душа моя будет рядом. Твои сновидения до рассвета охранят. У нас нет своей сцены, то есть вот это как бы наша большая проблема. Мы стараемся, чтобы все равно почувствовать как-то себя в новых местах, мы стараемся как можно чаще ездить на конкурсы, чтобы хотя бы чувствовать себя более уверенно. Поэмы только для души, не для чего, ради там какого-то другого. Поэтому, может быть, результаты такие. Объединяет оба коллектива фея-дирижер Елена Денисова. Именно она агитирует всех ездить на вокальные конкурсы в Москву и ближнее зарубежье. За всех переживает как в зале, так и за кулисами, не отходя ни на шаг. Конечно же, не ожидали. Я впервые рыдала, честно могу сказать. Я никогда не плачу, держу себя в руках, а тут рыдала, потому что все три первых места и взрослые девочки наши, и вот, ну, так сказать, малышня, все равно не маленькие. Еще ребята. Так что счастье необыкновенное. Мечта, как и «Нота Бене», счастье множит и переходит на новый уровень с исполнения известных произведений на свой репертуар. Две песни уже написаны. Впереди съемки клипа. С ними будут уже брать конкурсы в Казани и в других городах. Наталья Антонова, Константин Дмитриев. День в событиях.